Японский палубный истребитель времен Второй мировой войны впервые с окончания боев взлетел с японского аэродрома. За рулем находился бывший служащий ВВС США Скип Холм. Он совершил короткий полет вокруг базы морских сил самообороны Японии на острове Кюсю. Владелец самолета, бизнесмен Масахира Исидзука, заявил, что главная цель вылета – привлечь внимание японцев к старой разработке. Mitsubishi A6M Zero был одним из самых узнаваемых самолетов на Тихоокеанском театре Второй мировой и имел превосходство над самолетами союзников до начала 1942 года. В конце войны самолет использовался для атак камикадзе. Между тем, Япония разработала современный истребитель с технологией стелс Mitsubishi ATD-X Синсин. Планируется, что он совершит первый испытательный полет в феврале этого года. Япония потеряла самостоятельность в области авиации и хочет изменить ситуацию. В случае успеха новой модели, страна может присоединиться к ряду государств, которые обладают передовыми технологиями для создания истребителей пятого поколения. Кроме того, Япония нацелена на то, чтобы в будущем экспортировать эту разработку без ограничений. С одной стороны, это стимулирует развитие авиационной промышленности страны. С другой, Япония сможет оказывать давление на Вашингтон с тем, чтобы США как можно скорее продали ей стелс истребители F-35.